Добрый вечер, уважаемые криворожане. В целом ситуация в Кривом Роге и Большом Криворожском регионе полностью контролируема вооруженными силами Украины и военной администрацией. Сегодня, проявляя мужество и героизм, наши вооруженные силы, Нацгвардия и территориальная оборона еще больше расширили периметр безопасности вокруг нашего города. Освобождено еще несколько населенных пунктов Херсонской области. Продолжаются большие работы по укреплению как внутреннего, так и внешнего периметра. Все дальше и дальше мы строим фортификационные сооружения и укрепляем нашу линию обороны. Враг, понимая, что ничего не может противопоставить нашим вооруженным силам на земле, подло продолжает бить залповыми системами огня «Град». Сегодня было несколько обстрелов в Широковском районе, а также в конце, уже под вечер, несколько обстрелов на промежутке Апостолово-Марьинское. Слава Богу, жертв нет, наши вооруженные силы полностью контролируют ситуацию. По ситуации в Днепре прошу председателя областного совета Николая Васильевича Лукашук. Добрый вечер, земляки, добрый вечер, криворожане. Ситуация в области по направлениям со стороны Донецкого направления, со стороны Харьковского направления, со стороны Запорожского направления полностью под контролем наших вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, территориальной обороны. Все рубежи укреплены. Рубежи вокруг Кривого Рога сегодня посмотрели, проспектировали, укреплены. Враг, понимая, что ничего не может сделать, понимая, что мы в области вместе с всеми усилиями, с военной администрацией начали посевную кампанию, вечером подло нанес ракетные удары по нефтебазе в областном центре. Полностью уничтожена нефтебаза, полное топливо. Осколками ракеты уничтожены также еще два бензовоза. Слава Богу, нет человеческих жертв. Сейчас там работает ДСНС и устраняет пожар, который случился после ракетного удара. Мы не простим нашему врагу такое. Поэтому мы верим в наши вооруженные силы Украины, в нашу национальную гвардию. Мы знаем, что мы победим, потому что это уже агония со стороны врага, когда он подло наносит ракетные удары, понимая, что он ничего не может сделать на земле. Друзья, ситуация контролируется. Верьте в нашу страну, мы победим, в нашу область, в наш город, в нашего президента. Все будет хорошо. Скучной вам ночи. Да. Слава Украине! Слава Украине!